стало известно, что так называемый писатель Захар Прилепин решил отправиться на Донбасс, так сказать, пострелять хохлов, пополнивши ряды террористов. На это российский политолог и журналист, политические деятели Андрей Пиантковский написал следующий пост. «Прилепин – честный, убежденный русский фашист. Такие на Донбассе долго не живут. Их там периодически зачищают косящие под фашистов мультимиллиардер Путин и мультимиллионер Сурков. И, кстати, как депутат Шаргунов, тоже так называемый бывший писатель, а сейчас депутат Госдумы, тоже отправится на сафари пострелять хохлов или будет только продолжать завозить туда грузовичками пушечное мясо с российских автомоек?» — добавил Пиантковский. Отвечая на вопрос, почему Прилепину разрешают делать заявление о том, что вся Украина – это цель, политолог пояснил: «Потому что это очень близко по душе Путину. В Кремле даже завидуют Прилепину и Гиркину, что они могут так говорить. Но это психологическое объяснение, а с точки зрения рациональной, им нужны такие Прилепины, Моторолы и Гиви, поскольку в Кремле не решаются на полномасштабное вторжение, но намерены поддерживать это давление на Украину. У них другая стратегия – уничтожить Украину не военным способом, а политическим и дипломатическим. Правда, Прилепину, как выяснилось, этого недостаточно. Ему хочется просто уничтожить Украину. Как известно, этот писака Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом террористов ДНР, получив при этом звание майора. Вот его цитата. «Киев – русский город, русский – украинский город. Вся Украина – это наша цель. Никакой другой цели быть не может».